Свой праздник участковые нашего города отметили на рабочем месте, выполняя служебные обязанности. Всего в отделе участковых уполномоченных Десногорской полиции служат 8 сотрудников. За каждым из них закреплена территория, на которой они знают каждого проживающего гражданина. Согласно приказу, у нас ежеквартально проверяется подотчетный элемент. Ежегодно обходится, по квартирной обходу делается. В течение года должны обойти как бы каждого человека. Служба участкового нелегка. Они проводят не только профилактическую работу, но и принимают участие в уголовных и административных расследованиях. За добросовестное исполнение служебного долга и высокие показатели в служебной деятельности. В свой профессиональный праздник два участковых уполномоченных Десногорска Константин Иванцов и Альберт Персаидов получили почетные грамоты от начальника управления МВД России по Смоленской области.